Здравствуйте. Первый экс-президент СССР Михаил Горбачев 9 марта призвал созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи ООН или заседание Совета Безопасности при участии глав государств. Напомним, положение таково, что нельзя не спросить, где Организация Объединенных Наций, ее Совет Безопасности, ее Генеральный Секретарь. Разве не пришло время для созыва чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи или заседания Совета Безопасности на уровне глав государств? Написал Михаил Горбачев в статье для журнала Times. По мнению Михаила Горбачева, мир, люди ждут такой инициативы. Думаю, не следует возлагать все надежды только на президентов. Два человека не смогут разгрести все завалы, возникшие не вчера, громоздившиеся много лет. Нужен диалог на всех уровнях и мобилизация усилий, в том числе экспертного сообщества обеих стран. Это огромный интеллектуальный потенциал. Его надо использовать в интересах мира. Также он отметил, что издающийся в Чикаго бюллетень ученых-атомщиков, который, начиная с 1947 года, оценивает опасность ядерной войны, недавно перевел на полминуты ближе к полуночи, то есть к ядерной катастрофе, символические часы судного дня. Теперь мы, по мнению ученых, в двух минутах от глобальной катастрофы. Последний раз такой уровень угрозы был отмечен в 1953 году, подчеркнул Михаил Горбачев. По мнению Михаила Горбачева, подавляющее большинство людей и в России, и в Америке согласятся. Война не может и не должна быть способом решения проблем. Мир должен остаться без ядерного оружия, и другой цели быть не может, убежден экс-президент СССР Михаил Горбачев. На этом все. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки.